Всем привет! Сегодня у нас опять очередная акция. Будем ловить 34-го Некроса на мой аккаунт. Это немало. Многие говорят, что уже зажрался, но нет, ребят. Так получается, что акции совпадают. Так, ну у нас есть 10 паков, поехали. Редкое яйцо. Самоцветики. Кристаллы. Опять кристаллы. Интересно, выбьем мы сегодня, как в прошлый раз, Некроса за 7 паков. Опять самоцветы. Или нам опять упадет 3 ареса. Конечно, эта акция одна сейчас стала из самых хуже. Раньше было с нее очень много кайфового дропа. Сейчас уже, конечно, она не то. Обычное яйцо. Сейчас самое топовое — это базар. Там вы можете собрать сразу и героя, получить кучу плюшек, плюс сохранить самоцветы. Так, ну, давайте хотя бы первого героя уже. Редкое яйцо. Золотой ключ. Уже 3 пака почти. И ни одного героя. 200 самиков. Триста. Ну, давай. 100 кристаллов. Жесть, герои вообще не падают за 3 пака. Ну, где-то сейчас 40-го должны начать падать. Я надеюсь. Одни расходники, как обычно. Да, Некросом даже не пахнет. 45 яиц. 46. Давай уже. Самики. Значки почета. Кристаллики. Кристаллики. Это жесть, ребята. Золотой ключ. 53 попытки, редкое яйцо, и мы ничего не выбили. Жесть, просто жесть. 6 паков. Вот почему не стоит пытаться выбить в этой акции героев легендарное яйцо. Просто жесть. Просто топ. Одни руны воодушевления падают. Где герои? Кристаллы. Кристаллы. Ни одного героя еще нам не упало. Ни одного. Редкое яйцо. Это просто жопа. Посмотрим, что нам поддержка на это ответит. Как так? Хороший рандом. Просто имба. Это жесть, блядь. Вот это да. Такого еще не было ни разу, сколько я уже играю.
за 2 года почти, но ни разу такого не было. Смотрите, только одни расходники. Девяносто раз и ни одного героя не упало. Походу они просто завтыкали добавить героев или что, ну не знаю, что это такое. Где герои? Мы сейчас просто тупо проролим все попытки и ничего не получим. Сто. Просто ничего не упало. Это жесть. Да. Вот это круто. Вот это акция, ребята. IGG не перестают удивлять. Просто не перестают удивлять. Просто чистый разводняк получается. Одни расходники, ни одного героя. Валентина, 119-я попытка, первый герой. Как так? Что это такое? Один герой за 10 паков? Да ну нафиг. Самый топовый герой, Валентина. 10 паков. Просто, блядь. Нет слов. Смотрим призы. Одна Валентина. Одна. Один герой, 10 паков. Просто топ-акция. Такого еще не было. Пишите в комментариях, кому сегодня что-то падало, но это просто эпик файл со стороны IGG. Да. Подписывайтесь на канал. Всем пока.